были напряг, и вот в них вперся, и руки жестко с ключами держит. Отлично. Держи, держи, держи. Вот это лучше намного. Нам надо сделать именно корпус, чтобы он горизонтальный. Я тебя полностью держу, ты сам чувствуешь. Нет, ты говори, в руках ты не сорвешься. Ты говори, ниже, ниже. Да. Так, еще не жжет. Вот. Напрягай корпус. Жестко прям напряги. Поясницу, крылья, все вместе, одно целое. Жестко. Назад не идут, плечи вперед не идут. Я иду вперед, наоборот. То есть корпус вот здесь. Вот. Я немножко себя оттягиваю в плече. Видишь? Но. А вот в этой точке я вот это движение делаю. И получается, что даже с маленькой амплитуды, видишь, как меня выбрасывает. Без корпуса ногами. Примерно твоя раскачка. Видишь, меня же закидывает. Закидывает, но как? Та же самая раскачка. Даже можно чуть поменьше. Груди ушел ногами. Видишь, меня прям туда выбрасывает. При этом не сила, а техника.
потихонечку провали жопу до горизонтальной. Еще ниже. Локти к себе максимально поджимай к корпусу. Еще ниже жопу. Ну, уже гораздо лучше, чем вот то, что было до этого.